Очень много эффектов, очень много эффектов. Ничего не понятно, это просто какой-то клип. Шикарнейший переход. Очень красиво, очень красиво. Но это вообще трэш. Привет, я Шок. Сегодня мы заказали 7 мувиков в разных ценовых категориях. От самых дешевых за 300 рублей до самых дорогих от профессиональных студий. Я не смотрел ни один из этих роликов, и моя задача — разгадать стоимость каждой из этих работ. У нас 3 мувика до 500 рублей, 3 мувика от 800 до 1200 и 1 мувик за 4000 рублей. Но есть также челлендж. Одна из работ сделана на телефоне. Мне с тобой нужно будет найти его. Давай сыграем в игру. Записывай для себя прайсы к мувикам и к концу ролика напиши в комментариях. Глянем, кто будет ближе всех. Кстати, прямо сейчас в моем телеграм-канале разыгрывается 3 АВП Hyperbeast. Ссылка есть в описании. Вот наши 7 мувиков. Со мной в Дискорде Игорь, который занимался закупкой всех этих мувиков, общался с мувимейкерами и, понятное дело, он только видел и знает стоимость каждой работы. Привет, Игорь. Привет, привет. Очень интересно, сколько ты сможешь отгадать. Да, я уже подготовил свой блокнотик. Так, до 500 рублей. Я думаю, что это будет очень легко. Вот тут уже под вопросом. А это, я думаю, бросится в глаза прямо сразу же. Ну а самое главное, какая-то из работ будет сделана на телефоне, и мне нужно будет отгадать, какая из. Давайте я вам покажу вообще, что мы должны получить. Сейчас у вас будет демка самих моментов. На последних секундах прям, когда они уже все. Флешечки есть. Это хайлайт, это хайлайт фейсита. Да, то есть я сначала сделал эйс, потом сделал Ninja Diffuse. И самая главная задача мувимейкера — объединить эти два абсолютно разных момента в единый ролик. Посмотрим, кто как справился с этой задачей. Интересно, авторские права есть на этой музыке? Красивые субтитры, красивая картинка. Но пока ничего не произошло, а прошло 22 секунды. Первый килл, красивый пролет, красивое небо. Это очень красивый ролик. Но я не вижу в этом ролике демонстрации того, какой я сильный игрок или какой я слабый. Это просто красивые пролеты. Сейчас я делаю Ninja Diffuse 1 в 5, но ролик не передает это. Шикарнейший переход, наверное, сразу можно ставить десятку этой работе. Первый ролик мы посмотрели, и я могу записать его с уверенностью, что это не 500 рублей. Это либо 4000 рублей, либо 1200. Я все-таки запишу его в 1200 рублей. Так, мувик номер один, я записываю сюда. Второй у нас мувик. И смотрите, тут есть спорный момент. Почему-то у меня на компьютере очень странные цвета. Вот, тут зеленый цвет, и поэтому мы загрузили этот же ролик на YouTube. И здесь уже не зеленый цвет будет, здесь красный. Я не знаю, что с кодеком этого ролика, но если ты меня смотришь, мувимейкер, пожалуйста, посмотри, почему на разных плеерах разные цвета. Ладно, давайте смотреть. Возможно, это и есть момент того, что... он снимал на телефоне это все дело. Очень много эффектов, очень много эффектов. Ничего не понятно. Это просто какой-то клип. Неприятный, ну, такой очень дефолтный шрифт, который указывает ситуацию. И не передается атмосфера ниже диффьюза, нет напряжения. Мне лично эта работа не понравилась, но она мне понравилась, если это стоило 500 рублей. Поэтому я так и сделаю, я запишу то, что этот мувик... стоит как раз таки до 500 рублей. Так, мувик номер 3, давайте запускать. Так, 4 секунды, не было никакого материала. Очень красиво, очень красиво. Такие приятные цвета. Он использовал мой голос с демки. Кто это? Он хорош. Он решил поступить иначе. Все вставляют сначала эйса, потом ниже диффьюз. Он сделал наоборот.
Я не знаю, тут мало драйва, тут нет громкой музыки, но он хорошо показывает моменты самих выстрелов. Ой, красиво, красиво. Слушайте, ну, мне кажется, эта работа похожа на ту, которая сделана в телефоне. Потому что она какая-то слишком простая. Я записываю Mavic 3, как сделано на телефоне. Тут какой-то логотип. Я не верю, что студия сделала это за 4000 рублей. Просто не верю. Если у человека уже есть свой логотип, это точно не 500 рублей. Я убираю, наверное, то, что это сделано на телефоне все-таки. И Mavic 3 я записываю от 800 до 1200. Только из-за того, что у него есть логотип. Mavic номер 4. Но это вообще трэш. Он использует мою демку со стрима. Это с телефона. Это очевидно с телефона. Это тут даже думать не нужно. А представьте, это за 4000 рублей. Не, ну это с телефона, это очевидно, это очевидно. Он не может игру запустить, это же логично. Пошел, пошел, второй. Это еще и музыка с авторскими правами. Ему вообще не интересно, какие авторские права, о чем ты. В общем, Mavic номер 4. Он точно до 500 рублей. И он точно сделан на телефоне. Я уже вижу какую-то связь. И, возможно, мы ответим в каком-то пункте точно правильно. Mavic номер 5. Ну, пока ни рыба, ни мясо. Очень простенько, мало эффектов. Гранату уже второй человек так делает. Не показывается, ну где напряжение? Ребята, так 1 в 5. Нет, я считаю то, что это точно не 4000 рублей, а вот насчет вот этого. Мне кажется, он как раз и стоит и 800 рублей. Чтобы сказать 500 рублей, это прям перебор. Давайте Mavic 5 запишем все-таки вот сюда. Если что, я потом переделаю, я напишу здесь порно. Авторские права опять, я не знаю, как мы этот ролик будем монтировать. Очень темные цвета. Это 500 рублей. Так, Игорь, подожди, у меня все черное. У меня типа все черное. Это нормально? Посмотри, пожалуйста, у себя. О, да. Это нормально, да? Да. Ой-ой-ой-ой-ой. Что я могу сказать? Конечно... Это 500 рублей. Мувик номер 6, я записываю тебя сюда. И в итоге, если я все правильно сделал, сейчас у нас остается самый дорогой за 4000 рублей. Давайте смотреть. Это вообще что? Чей это там друг появился в сети? Что это? Я ошибся где-то. Это не может стоить 4000 рублей. А, это мой стрим был. Что это? Что за трэш? Я извиняюсь. У кого будет проблема после этого ролика? Не-не-не-не. Первый. Он просто зашел в демку. Это очевидно 500 рублей. Блин, ребята. У меня есть хорошие новости. Мы теперь знаем точно 3 мувика за 500 рублей.
Чтобы вы понимали, сейчас у меня качество как будто 240p, я без шуток. Ладно, Mavic 7 это явно не то, что нам нужно. Но! Места-то нет. Mavic номер 7. Он 100%. Нам нужно менять. Какой-то из мувиков надо пересматривать. Мувик номер 2. Ладно, ладно, ладно. Давайте по факту говорить. Там много работы с небом сделано. Это очевидно. Стоит больше. Я убираю мувик 2 отсюда. И вставляю вот сюда. А мувик, который мы сейчас посмотрели, мувик 7, идет сюда. В итоге, я точно знаю 100%. Мувик номер 4 100%. Мувик номер 6 100%. Мувик номер 1, я думаю, что он стоит от 800 до 1200. Да, я думаю, что это самый похожий мувик, который может стоить 4000 рублей. Я его все-таки пихну вот сюда, мувик номер 1. Мувик номер 3 100%, мувик номер 5 100%, мувик номер 2 тоже 100%. Получается вот так, я во всем уверен. Все, Игорь, мой вердикт вот такой. Так. Начну с хороших новостей. Все мувики до 500 рублей. Ты отгадал правильно? Кайф, да, супер. Но есть и пара ошибочек. Слушаю. Первую ошибку, я думаю, ты исправишь очень легко. Мувик, который сделан на телефоне, ты отгадал неправильно. А, это мувик номер 7, получается. Именно так. Номер 7, ёпрсты. Ладно. Все остальное правильно? Был бы рад сказать, что да, но нет. Нет, мувик за 4000 ты не отгадал. Что? А что тогда за 4? А давай попробуешь еще один назвать, а потом я тебе скажу. Что тогда стоит 4000? Ну я не верю, что это может стоить 4000. Просто не верю. Только не говори, что вот этот мувик, где цвета меняются каждую секунду, это 4000. Из-за неба, из этих спецэффектов, серьезно. Ну, наверное, мувик 2 стоит 4000 рублей. Да? Да, мувик номер 2 стоит 4000 рублей. Скажу тебе так, я отдал бы за мувик номер 1 4000 рублей. Слушай, ну классная история, ребят, напишите в комментариях, кто как отгадал. Если что, это не постанова, я правда, клянусь, ничего не смотрел до. Это все мы собирали только через Игоря. Вот так вот, получается две ошибки, да, у меня из 7? Да. Я думаю, что это классная история. Если вы хотите второй такой ролик, мы можем это сделать. Просто напишите в комментариях, поставьте лайк, и мы это запишем. Знак благодарности ребятам, которые делали эти мувики. Мы оставим в комментариях людей. Вы можете к ним обращаться и заказывать. Поддерживаем мувимейкеров. Думаю, то, что после этого ролика у них будет большой наплыв. Поэтому поспешите, пока не поздно. Ну что ж, дружище, я тебе советую посмотреть мой другой ролик. К примеру, тот, где мы повторяли один и тот же раунд на протяжении всей игры на Dust 2. Просто тыкни по этому ролику на экране, и ты попадешь на него. До следующего ролика. Пока.